прошлый раз так было, между прочим. Поэтому тут уже без вариантов даже не может. И позапрошлый раз. Это уже тенденция просто. Ну, как говорят, да, первый начинает и проигрывает. Белый перефразирует, белый начинает и проигрывает. Я хочу сказать, что вата находится у меня. Я хочу сказать, что выбрала мойка рабочая. Действительно, встретите Новый год со снегом, пусть даже с искусственным. Но на самом деле вата у меня. Ну, я могу добавить, что не первые начинают и проигрывают, а и не белые, потому что я в красном, а красный обычно выигрывает. Во-первых, во-вторых, то, что здесь вата, это совершенно точно как то, что сегодня воскресенье, 21 число, то, что мы здесь с вами сидим вообще в этой аудитории, это без вариантов однозначно. И вы в любом случае, даже если вы выберете пустой коробок, все равно вы встретите Новый год, ну, не со снегом, так с ватой на нем. Ну, то, что красный выиграет, не всегда как бы показательный факт, да, поэтому я хочу сказать, что я бы не советовала вам обращать внимание на цвет и на прекрасные слова, которые Ирина говорит, потому что на самом деле вата у меня. Я хочу, чтобы вы в это поверили. Искренне. Хочу. Я пытаюсь себя убедить, себя вот, и чтобы поверить тебе, но я не могу это сделать, потому что я точно знаю, где вата вообще-то. Вот. Ну и то, что красные, да, они начинали как революцию, выиграли, но чем это закончилось, не важно, но вата здесь не Поэтому, пожалуйста, кто хочет быть белым, пушистым, таким, как вата, сюда, это ко мне. Это еще такой вопрос спорный по поводу пушистости, потому что пушистый все-таки я, и я хочу еще раз вам сказать, что вата у меня. 15 секунд. Зарина, я просто тобой любуюсь, ты действительно пушистая, ты замечательная, но это не имеет отношения к вате, потому что она здесь. Ребята, скоро Новый год. Нужен снег. Нужен снег не только на улице, но и в комнате. Поэтому я вам говорю, выбирая меня, вы получаете вату и получаете дома снег. Они обе бессовестно прыгали с отцовским обаянием. Моголька! Кто за Зарину поднимает руки? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну я не умею. Кто за Зарину? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть практически пополам, да? То есть наши ораторы становятся все изощреннее и изощреннее. Открываем коробочки. Вот так. Давайте, и заключительная пара. Да? Хорошо. Ну, такие сегодня 20. Нет.